Итак, здравствуйте, мы продолжаем серию летсплеев по игре Second Life. Как говорили ранее, мы рассматривали виды дизайнерских работ, познакомились с страницами маркета, и я вам показал, как через маркет найти место того или иного дизайна. Так, ну поскольку мы далеко от этого не отошли, я в принципе не выходил, не менял аватар, то хочу сказать вам, что сегодня мы будем пробовать, опять-таки, повторюсь, для новичков, опять мы лезем в торговый центр, опять ждем прогрузочку, и все, что нам надо, опять поговорим о самом аватаре. Поскольку аватар является вашим связующим звеном, и он вам позволяет, вот, кстати, да, сразу в глаза кидается, вот арт-дизайн. Про деревья 100, камни, то есть лагунка, вот 150, 75 таких заплавок. Это все в коробках, это на край вылаживается и делается. Так, потом мышь голову тут, ну это уже. Сейчас я с вами хочу поговорить о аватар компоненты. Так, хорошо, аватар компонент. Следующее направление в создании не только шмоток, а поскольку аватар является связующим звеном, то я вам хочу сказать одно. Вот, Body Psychics. Кстати, это физика. Физика идет на целый ряд. Ну, это в основном материя. Да? Так вот, начнем остановиться. Разбежались. Так, опять ставим нули, поскольку мы в секунде, и пытаемся для себя что-нибудь найти у блатных дизайнеров. Да? Вот у нас аватар компонент. Все, что нам надо, это найти вот. Так, меняем в английский. Тайюханите. Находим АУ. АУ Boys, Girls, Plage, это АУ, видите. И пытаемся найти вот этот АУ. Это АУ найти не так легко, да? Но без этого АУ попробуем в анимациях. Так, ну анимация — это анимированные текстуры, которые можно располагать на вашем участке. Далее пробуем найти анимации. Так. Анимации самого аватара. То, что можно прицепить. То, что можно. Вот танцевальные анимации и вот все. По нулям нет ничего. Посему надо как бы поменять это все дело и оставим только АО и попробуем опять найти и вот мы видим за 6 за доллар. Ну опять же, нам надо стоп, это старые версии, они пусть и старые, но зато как бы рабочие. Да? Ищем нули, ставим копировать, ставим продажу, потому что не на всех демпах это все дело нужно. И вот нам попадается без текстур Valk CXC
Вот это АО. И вот это фронт. Вот. Что нужно скопать как мяч. То есть АО позволяет это делать. Здесь два вида. Но опять же, это все демо-версии, но нам надо не АО. Ну попробуем взять вот этот. Я не знаю, правда, что это будет значить. Так, заходим к себе. Повторяюсь. Я сейчас покажу. Так, Open Store, Unlink. Так, мы сейчас. Заходим в нашу карту. Вот он. Чековый протонтом макопас. Подтверждаем про покупку. Обязательно в самый низ опускаемся. Чеком. Вот, подтверждаем покупочку. Еще раз вот внизу будет вот эта вот оранжевая кнопочка. Все, и здесь нажимаем бур. Обязательно делаем на тип операции. Теперь заходим в свои покупки в ЕРАУ. Открываем эту папку. Это объект. Нажимаем «Водить». Так, и начинаем опускаться. Ставим камеру сзади. Поворачиваемся. Вот наше АО. Настройки. Автодага, мемори. Да, оставим. И пробуем идти нашим аватаром. Ну, попробовать его включить. Так, ценастройки. Автодатор. Закрываем эйгер. Ну, не все, что можно купить за ноль, может быть рабочим или действовать. Это как приложение. Это пустое АУ, поэтому можно. Отсоединить. И поскольку оно нам уже не надо, мы его просто удаляем. Поэтому включаем сейчас вот это АО, которое мы нашли ранее, и нажимаем «Надеть».
Да, оно простенько, да, оно старенькое, но я вам сейчас просто покажу, что первое, что надо сделать новичку, это ставим АО. Которая вот может изменить так пол и все, он начал потихоньку ходить, но не важно. Включить, АУ включить. И мы начинаем сегодня с нашего аватара. Для этого мы нажимаем Маркус, Шейп. Вот такой вот у нас шейп. И нажимаем изменить. Базовый аватар нам позволяет это как бы сделать. И в этом же аватаре мы спокойно себе делаем аватар. Так. Он у нас такой вот в итоге может получиться на свой вкус. Вроде бы как это все дело есть. Этого достаточно. А, единственное, что этот предмет можно так отсоединить, а можно заходить в этот. Вот, повторяюсь, правой кнопкой мы выделяем объект и нажимаем отсоединить. И все. То есть уже упрощено, да не могу. Так, получили мы такой вот этот. И дальше вот мы рассмотрели с вами. Да, что существуют аватары различного рода и класса. Вот у нас сейчас ляпнется, ничего стану. Так, и получается. Так, вот такой у нас получился аватар. И уже можно гулять. Так, нам предлагают серии аватара. Я повторяюсь, это уже идут как шейп аватара. Ну, как бы под меш. Что такое меш? Это когда у тебя аватар, а предметы на него не прорисовываются кожу, а надеваются сверху. Фантазия, аватары, это тоже новый ряд фантазий, да. Ну, можно этот попробовать взять, посмотреть, что он собой представляет. Так. Повторюсь, игроку можно спокойно играть. Да, вот. На таком вот
созданном аватаре. Да, пусть грубо, пусть не, но это все как бы да. Или же можно использовать этот аватар. Мы заменяем костюм. Дальше же, пока меняется этот костюм, открываем текущий костюм. Вот у нас мои костюмы. Маркус. Одежда. Вот Эмрис. Так, открываем Эмрис и смотрим, что у Эмриса хорошее. У Эмриса можно забрать, надеть. Надеваем. То есть эти новые аватары, вот этот Mesh аватар считается, да, Slim Mesh аватар. Ну, он якобы Slim, я уже точно не буду вдаваться. Будете играть и все это дело усвоите. Мы же пытаемся вот поменять просто лицо. Вот изменилось лицо. Так, и что мы хотим? Шейп нам не интересно. Вот скин. Скин можно, поскольку волосы там у него белые, да? Вот попробуем затянуть его скин. И заодно посмотрим, как это все дело у нас получится, да? Ну вот у нас получился такой вот ангел. В принципе, да. Единственное, что у нас еще осталось, это сменить глаза. Эмрис, да, у него попробуем глазки, потому что получается белые как сметана. Вот. Все, мы поменяли. И теперь вот этот вот аватар мы сохраняем. Да, кстати, можно под этот аватар еще сделать вот так, Эмрис Хайер. Вот, мы надеваем, исчезает нимб. И получается довольно-таки неплохой аватар. И еще даже можно для разнообразия так, так, анимации мало. Вот он такой у нас белокурый парень получился. Так. Так. Ну, нужно это все дело мы еще крутить, но зачем? Вот получили мы такого вот парня. Единственное, что ошибаюсь. Не знаю, что это будет, но сейчас найдем. То есть в данной серии можно вот просто комбинируя кучу стандартных аватаров, получить довольно-таки неплохой, да? А, я помню, что ботинки. Ладно, ну не знаю. А, Пит. Да, вот у нас Пит. Сидит Пит. Этот Пит можно... Надеюсь,
Изменить и перетаскать. Да, так мы чё? Так. И теперь я как бы вращение еще надо, да? И попробую вращать. А, она не туда вращается. Зеленый полос. Ага. Твою. Во. Во. Так, и теперь мы перемещаем опять этот объект. Ниже, выше, так вот. Так, сюда. И у нас получается вот так, и получается вот так. Все, да? Все, питомца мы пересадили. То есть, как видите, ничего тут сложного нету, этот сова будет здесь сидеть на плече. И мы сейчас сделаем вот опять Маркус заходит. Добавить надо нажимать. Ага. Ну, сейчас надеть. А здесь попробуем добавить. Потому что наденем, исчезнет сова. Ну вот у нас получился такой вот комбинированный аватар. Так, и теперь мы надеваем этот костюм. Весь этот костюм мы сохраняем как. Для того, чтобы сохранить, надо это выделить. Так, и здесь Маркус. Ну, все. Так, базовые основы аватара я вам показал. Кому интересно, заходите сюда. Выбираете, что душе угодно. Дальше можете скомбинировать это все дело, и то есть в принципе мы уже готовы к путешествию. Вот у нас сова сидит, вот мы такие все хорошие, вот дизайнеры тут у нас даже есть, так что можно спокойно как бы это дело провернуть. Далее тут идут вещи кому угодно. Тут куча магазинов. И всегда в магазинах на полу могут находиться бросовые вещи или дамки. Или... Короче, можно все взять за нуль. Ну и плюс тут вас никто не побеспокоит. Находите себе что душе угодно. И занимаетесь. Так, ну сову, наверное, надо немножко изменить в том плане, что вот так поставить. Сейчас я посмотрю. Да, в принципе, нормально. Так.
И попробую сбрать Тимс. Да, уже она себе не выпадает. Можно спокойно с этим делом как-то справляться. Можно на брон посадить. Дальше вы уже делаете сами, что хотите, как хотите. Опять вот эти шоты, гарпи. Ну, на данном этапе я с вами буду прощаться. Мы посмотрели все, что можно, чем заниматься на первом этапе. Дальше в следующей серии будем рассматривать, какие развлечения нам предоставляются. Вкратце скажу, что здесь всего полно. И это действительно вторая жизнь. До новых встреч!